Вот, отлично, все в порядке, ребят. То самое место, где убили Элая Вэнса. Ребят, я извиняюсь, я опять это не выключу ВК. Вот этот вагончик, короче говоря, этот вагончик чем-то напомнил такой мод, как The Closer, который мне не очень понравился, если честно. The Closer очень много лишнего. Очень много лишнего. So Freeman, do I need to say more? I hope not. Воу, ребята, привет! Вартигонты борются за нашу жизнь, чтобы нас опять в стадис не засунули. Не ставили над нами всякие эксперименты. Как это обычно любит делать Джимен. Ну, я пойду, наверное, да, ребят, окей? Просто... Ой. Вставай, Фриман. Вставай, Фриман, вставай. Давайте я все-таки, наверное, еще прибавлю, ребят, извиняюсь. Это байда со звуком. Так, ну вот мы, собственно, как я понял, в Арктике. Да. Вау. Здесь нас встречает такая арктическая база. О, собачка. Какая знакомая моделька. Где же я ее видел-то, а? Вы доктор Фриман, правильно? Я сказал, что они ждут вас в лаборатории. Радио Ричмонд. Tell him Dr. Freeman is heading over to the lab. Очень странная модель собаки. И очень знакомая. Где же я ее видел-то, а? Не помню ни хрена. Вот. Но рожа, конечно, у нее странная. Как такое ощущение, как будто по носу проехал самосвал какой-то. Да не только по носу, по всей собаке вообще. Ладно, это не важно. Вот такие вот у нас, ребята, тайнички здесь находятся. Времен Второй мировой войны вообще. Какой-то, я не знаю. Я даже когда первый раз их увидел, я даже толком-то и не понял, что это такое, это браш или это модель. Хрен знает. Ну, судя по всему, моделька, конечно. Бобик? Как тебя зовут? Ты хоть Бобик, да? Посмотрите, какие бездушные глаза, ребят. В общем, я так понимаю, это бревно будет бегать за нами всю игру. Ну или сколько там, не знаю. Йоу! Чё за пушка? Какой-то пестик. Моделька пистолета новая, кстати. Так, еще раз, ребят, извиняюсь, я там контакт вырубил. Местная хаупа. Не хватает обогревателя какого-нибудь, что ли? Это что-то все так холодно выглядит, прям. Тут голые стены, ни обогревателя, ни печки, ничего нету, прям, блин. Я думаю, они все в одежде спят. По-другому просто никак. Так, вижу. Что это у нас такое? Оу, еда, ребята!
Какая прелесть, мне же самому захотелось покушать чего-нибудь. Иди сюда. Как тебя там звать-то, ё-моё? Скажите, как его зовут, хотя бы вот это неважно, будем звать его вот так. Кс-кс-кс-кс-кс, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Чё-то не работает. Спасибо большое, ребята, я весь вас, весь ваш недельный запас сожрал. Слушайте, как аппетитно, да? Действительно, прям очень аппетитно. А это что, пирог? Или что это такое? Ну, какой-то несъедобный, судя по всему. Я не знаю, что это такое, может, какая-то капуста? Вау. Е-е, мазафака, бечес. Бечес, мечес, е. Давай, чувак, зажигай, скра! Ладно, идем дальше тогда. Делать здесь больше нечего. Кстати, как я понял, собаку можно потаскать с собой. Иди сюда. Ну, Бобик, ты пойдешь со мной, нет? Ну и пошел. Тогда... в жопу. Вот еще один вид БТРов. Уже более красивый, чем тот, который вообще непонятно из чего сделан, то ли из браши, то ли вообще хрень какая-то непонятная. Маппинг здесь, конечно, так себе, скажу честно. И? Хорошо. Ну так все равно на первый взгляд сделано прикольно. Все равно как бы. Привет, чувак. Угу. Что это такое? Суть, походу, это какой-то экран. О! Как его там зовут-то? H2D2. You're gonna have to follow me and listen real close. То есть можно как будто Half-Life там взять и прям с ноги... Какого хрена? Чувак, ты меня обучишь. Уйди. Я тебя боюсь. Как же там звали робота-то? Я забыл, блин. Короче, ни хрена я не помню, как его звали, этого робота. Сейчас посмотрю то, что у них этот есть, типа такая модель R2D2, который самый знаменитый. Ну ладно. Какая жуть вообще, а? Посмотрите на это вообще чудо. Kick me. А можно тебя пнуть? Джеба-джеба. Лови, чувак! Ну ладно. Блин, вот такого вот ночью увижу, обосрусь прям по-дикому. О, еда. Ого. Сейчас нам, судя по всему, дадут наш костюмчик. Субтитров случайно нету? Нету. Какой-то экзоскелет добавили.
Хорошо, хорошо. Давай быстрее заканчивай, чувак. Все, все, все. Смотри, как прикольно, даже ртом двигает. Очень круто. Так, чувак, по-моему, у нас что-то барахлит на нашей базе. И, ребята, погнали. Странная какая-то шняга, ну ладно. Мне бы еще нормальный зарядник немножко это пригодился, чтобы оставшиеся 10, вернее 11 хп зафигачить. Ну да ладно. О, что-то упало. Слушайте, походу нам ее боженька скинул. Потому что без понятия, откуда она вообще появилась. О-е-е. Теперь так пистолет стреляет? Странно, как он стреляет. Скорострельность, конечно, у него упала просто диком. Нет, ему вообще пофиг на выстрел, абсолютно. Глядись, хорошо. Здесь моя программа заканчивается. Удачи тебе, Фриман, давай удачи. Вот, твой собрат. Ой, я его нечаянно сломал, извини, пожалуйста. Ладно, вот тебе еще одного собрата. Все. Приятно поболтать. Не? Может, они с ним даже чем-то займутся. Как этот, знаете, Бендер из Футурамы. С кораблем занимался, да? Помните, кто смотрит, тот поймет, короче. Что-то не короче оружие какое-то. Немножко футуристичное какое-то стало. Ну чё, погнали, ребята. Воевать. Воевать, ёпта. Это чё ещё такое? Боже мой. Что это за срань такая? Это что такое? Вы издеваетесь? Это снеговик, что ли, какой-то? Я не понимаю. Господи, обалдеть. Какой кошмар. Ужас. Это, ребята, просто нечто. О, прицел есть, фига. Правда, с его точностью он вообще беспонтовый на самом деле. Боже ж ты мой. Ни хрена себе. Это просто жесть, ребята. Это что за снежные люди вообще? Которые мутировали в кентавров каких-то непонятных. И то трехногих, судя по всему. У них три ноги, кстати. Обалдеть. Да. У меня слов нет, ребят, это жесть. Да, чувак, не завидую вам, то, что вы здесь живете. О, автомат. Прицел здесь вообще, кстати, не нужен абсолютно. Что там, комбайны, что ли? Нифига себе! Нифига себе, слушайте, круто. Мне нравится. А, вот зачем еда-то нужна. Я все понял. А-а-а! Ужас. Не, задница. Значит, давайте, бэм. Вон отсюда. Бэм, я прям по яйцам. Нет, нифига не получается. Слишком точность говенная. Ну ладно.
Обалдеть, зачем они так быстро дохнут и все? Полюбуемся новыми скинами комбайнов. Прикольно, прикольно. Зима. Так, а там что у нас было, вообще не понял. Может, какой-то тайничок небольшой. Ага. Будь здоров, чувак. Блин, ты переход, что ли? Ой, ладно. Теперь пошлите смотреть, что у нас там справа такое. Там что-то было вроде. О, нифига себе. Оу, ее! Червяк Джимми, ребята! Кушаем, 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 кушаем. Приятного аппетита, чувак. Приятного, приятного, приятного. Супер сыр, классно. Еще не хватает какого-нибудь пива, я не знаю. Какой-нибудь Балтики тройки, я не знаю, чтобы все это запить. Чтобы у нас броня повысилась до небес. Тогда прям будет совсем круто. О, да, ребята, о, да. Это будет the best. О, hello. Упс. Порядок, порядок. Не хватит проехаться на этом чуде альянсовской техники. Кстати, мы здесь не одни, ребята. Я же вроде тогда подобрал, нет? Альянс! Дохнет, конечно, вражина очень. Ни хрена себе, это что такое? Здесь еще расчленка есть? Серьезно? Че у него с рукой? А что здесь у нас есть? Ничего нету. Так, а чё они все какие-то эти бегают? То у них руки нету, то ноги. То башка гниет. Как странно, даже немного. Коу-коу. Наверху! Вот он. Нет, не здесь. Все, молодец, чувак. Чё-то какие-то странные комбайны, у них вообще прям какая-то срань творится, смотрите. Провода торчат. Кость торчит. Башка какая-то гниет. Вообще прям странно как-то. Хотя вроде на зомбированных они не похожи, может чем-то траванулись. Не просто так, это чувачок в маске какой-то. Слушайте, а может они крокодила нюхнули? Ну, посмотрите, как похоже. Может, у них в натуре передоз крокодилом? Все гниет, башка гниет. Мясо отслаивается от костей. Ну, я думаю, все-таки это крокодил здесь виноват, ребята, сто пудов. Это, наверное, работа повстанцев, типа, да? Распылили крокодил. По этому комплексу. Вот они дышались и все. Опа, она. Че это за звуки такие? И куда вообще, кстати говоря, идти? Чувак, не подскажешь, где найти выход? Ага, вон. Что они делают? Они даже ничего не делают. Они просто тупо фоткают, как обычно. Кстати, у нас новое оружие какое-то было. Во, смотрите. Вот это вот. Вау. Я прям чувствую себя Рэмбо каким-то, я не знаю. Ну погнали, блин.
Убивать. Так, а как нормально спуститься, а не через жопу? Ладно, спустимся через жопу. О, отлично. Всякие плюшки. Ну, прям вообще, ребят. Правда, и боезапас улетает моментально. Но все равно, это того стоит. Итак, ребята, какое у нас заключение доктора по поводу этого? По поводу этой картины? Пациент, у вас все очень-очень плохо. Прикольно, прикольно. Зеровочка. Что-то комбайны у нас какие-то похеренные прям. Ослабшие, не знаю. Причем по полной программе. О, что такое? Ну-ка. Балдеть вообще. Просто жусь, ребята. Да. Выпал гранатчик прям совсем чуть-чуть. Было бы очень круто. Лестница, которая ведет никуда. Немного странное явление. Слушайте, ну представляете, прям вообще имбовый какой-то. Джимен! Джимен! Стой! Стой! Я хочу тебе гранату в жопу засунуть, как ты это любишь. Прикольно. Боже ты мой, это что еще такое? Ладно, ребят, давайте на этом моменте мы, пожалуй, остановимся, потом продолжим. Всем пока, удачи. Так, и вот начало прохождения такого вот мода. Бам! Да. Ладно, ребята, всем пока. Пока-пока.